Шалом, ребята! В Clash Royale началась новая эволюция. Сейчас мы с вами в нее поиграем. Встреча эволюции подрывника. Интересно, что же нас там предстоит? Какие карты, какие колоды будут против нас? И самый главный вопрос, что будет уметь этот подрывник? Еще более взрывной характер с щепоткой при бабаха. Очень интригующе. Здесь можно так же, как 1 на 1, так же 2 на 2 играть. Ну, давайте сначала мы с вами поиграем. Так, 1 на 1. Пойду я колодой Хогом, по сути, 2.6. Но вместо скелетиков я взял просто бомбера, естественно. Чтобы он там был. Пока что давайте его выставим. Посмотрим, что же он будет делать, когда будет уже в эволюции. Так, мушкетку выставляем. Почему я не удивлен, что сюда пришла ракетница? Давайте фаербол потратим. Так, и деф у нас прошел, в принципе, на ура. Так, у нас здесь также ледяной голем у него есть. Давайте закинем Хога и ледяного духа. Он тоже решил выпустить бомбера. Ох, йо, гигскелет. Но, слава богу, на этот счет у меня есть Тесла. Тесла, который мне поможет. Так, в дефе давайте мы, наверное, не будем использовать бомбера, а используем его в атаке, как предстоит только возможность. Посмотрим, что же он сумеет сделать. Так. Пока что по хп я лидирую, но это может быть ненадолго. Так, ладно, выпускаем давайте ледяного и за ним попробуем бомбера. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну-ка. О, как нифига. Раз, два, три. Три, то есть он кидает одну бомбу и также еще рикошетит на три удара. Слушайте, а это неплохо. Это получается он с моста теперь, наверное, может добить до вышки, нанести ей дамаг. Ну, это круто будет. Сейчас надо будет попробовать по возможности. Так, Хогушка у нас пошел. Попробуем без защиты его пока кинуть. Ну, что он выставит? А, он тоже бомбера выставил. Ну, ладно. Тесла идет вперед. Так, здесь, в принципе, фаербол нам поможет, чтобы сильные потери не было. Вот, замечательно, просто выкинул фаербол и все. Так, 2000 у него на вышке, нужно потихонечку добивать. Еще раз подрывника кидаем, добиваем его до эволюции. Так, а уже пошло 2x, ничего себе. Катка предстоит интересный. Давай Хогушку навстречу ему, чтобы докрутиться. Теслу мы поставили. Нормально. Вот сейчас было бы круто кинуть подрывника уже с эволюцией. Там бы по ушке вообще дамаг прошел, мне кажется, очень хороший. Вот, прям очень. Так, мушкетку сюда. Блин, мушкетка я поторопился выставлять. Все, ледяной. И давайте вот так. Бомбера и на фаер. Фаер, ждем пока фаер. Он что, сдался? Он серьезно сдался? Чел, ай, красавчик. Он сдался, просто сдался. Не, нормально. Бомберс, раз, два, три. Ну да, кидает бомбу, от нее еще три тычки прилетает. Ну это вообще замечательно. Блин, нужно было поторопиться и на три его забрать. Ну, в принципе, ладно, не суть. Ну что же, довольно такой неплохой бомбер. Неплохое получилось у нас коротенькое видео. Так, бомбер, вы увидели, что он умеет. Вам в испытании теперь будет гораздо интереснее. Вы будете знать, чего ожидать. Ну что же, с вами был Теплый. Видео на этом заканчивается. Не забудь про подписочку на канал. До новых встреч!